Очень мало. Сырная намазка, ну такое. Если бы был сыр, знаете, если бы был сыр, ну, слайсы, можно было бы обжарить хлеб и на нем растопить сырные слайсы, было бы прикольно. Вот такое я люблю. Оно, правда, конечно, может до конца. Так. В яйце зажаренное, это называется французские тосты. На самом деле. Взбивается яйцо. Взбивается яйцо. И... Ага, понятно. Так, в нем какое-то масло и... А, нет, масло растапливается на сковородке. Масло, сливочное масло растапливается на сковородке, взбивается яйцо. По-моему, что-то еще туда добавляется, обмакивается. И вот это вот типа французские тосты. Ветер, это такая досада. Ну, ничего. Вот. И, короче говоря, ну, это уже сложно, это уже кулинария. А просто поджарить кусок хлеба на сковородке, это вот по-нашему, ну, по-простому. По крайней мере, я чаще делаю обычную гренку. Даже горький, да, черный. Ну, вот даже по цвету даже видно. С орехами, с изюмом. Угу. Ольга, здравствуйте, доброе утро. Спасибо. Извините, что жую я. Это неприлично, но у нас же с вами жизнь как жизнь, да? Нормально. Пойдет. Я вообще не очень люблю есть на камеру, то есть есть же... Ой, ветер, спасибо, вот это. Ты-то худюк. Привет, доброе утро. Доброе утро. Вы знаете, вообще нет, да, я ведущая, ветер, спасибо. Я ведущая. И недавно, относительно недавно. Очень приятно, Игорь. Так, я вам покажу свою скромную кухню. Я недостаточно успела ее подготовить к эфиру. Ну, в общем, у меня тут действительно все сурово, по-холостяцки. Хлеб, вода, есть чай. Ну, поверьте мне на слово, что он там есть. Чайник, сковородка, вот. Плитка такая, на две конфорки всего лишь. Тарелки, продуктов практически нету. То есть, ну, как бы к эфиру такому. Да, я надела сегодня пижамные штаны, потому что... Да, по-холостяцки, реально по-холостяцки. Вот, надела штаны, потому что холодно. Холодно. Вот. И вылезти из-под одеяла, это... Ой, вау! Thank you, Mike. Cool gift. Very nice. Thank you. You surprised me. Cool. Вот, вылезти из-под одеяла. Сейчас это целая история. Я не знаю, как у вас, но да. Я вам по-хорошему завидую. Я бы тоже сейчас под одеялом еще повалялась, но видите, вот эта штука смешная, в которой этот чес. Доброе утро, здравствуйте. Хост оверрайд, давно вас я не видела. Ну как? Ну ладно, ладно, я как бы это не настаиваю. You can cook. Yes, I can cook, but I don't like cooked first and second I'm sometimes it's difficult to buy some
food because weather is horrible, horrible here. Cold and спасибо вам большое. Доброе утро. Спасибо за цветочку. Рада видеть. Вот. Чай. Даже не пришлось. Я обычно горячий чай разбавляю холодной водой для того, чтобы он был not so hot. Но сейчас он самостоятельно тут хотел сказать, раскрылся. Самостоятельно остыл, потому что, ну, так, фреш, свежо. Еще съем кусочек шоколада, покажу вам, что творится за окном. Ну, вот сейчас дождя нет, но вчера вечером, знаете, вот когда прогноз погоды рассказывает, что, допустим, там минус 10 ощущается как минус 5. Вот это вот вчера так и было. Доброе утро, здравствуйте. Доброе утро. Thank you, Mike. Тап-тап-тап. Холодно. Холодно не то слово. Извините, я жую. Да, осень как-то вступила в свои... Сейчас я. Вступила в свои права как-то очень убедительно и рано. Идите, так уже не церемонюсь. Так, короче говоря, вот у нас outside. Ну, видите, готовят какую-то кафешку. Бабье лето. Я не знаю, но будет, типа, скоро чуть теплее. Будет скоро чуть теплее, но я же домой собираюсь. Вот, а там теплее, кстати говоря. Вот. Там теплее. Бабушка Руси. В номерах. Проживаем в номерах. О. Видите? Я сегодня в этих пижамных штанах. Я их обычно... Короче, в эфире не показывала, но... Ну, они меня хорошо выручают. Так, забавно, ты английский с русским. Да, знаете, и вашим, и нашим, но на всякий случай пусть все понимают. Вот, Олег пришел. Доброе утро. Здравствуйте. Yes. И еще я могу... Жалко, что я знаю недостаточно много слов. Ой, недостаточно много языков. Здравствуйте, Олег. А, так было еще больше, микшировало бы. Узбек, доброе утро. Так бы был бы всякие еще Нихтферштейн, Шульдигун. Прикид, у вас классный. Спасибо, Олег. Я надеюсь, у вас тоже классный. Я вам вот, видите, я сегодня в пижамных штанах, это, наверное, может быть, даже это какой-нибудь... А, нет, по-моему, один раз была, вот я не уверена. But anyway, this is not problem for understanding, and I am happy about this. Так, макароны варите. Ну что? И рыбу жарите. Вы так с утра прям по-серьезному день начинаете. Ты знаешь, А в прошлый раз я завтракала, что ли? Я вот не помню. Я сейчас чай. Мне просто не о чем. У меня продуктов нет. Майк, thank you. I have not food for breakfast because last night evening
Я планировала зайти в маркет и buy some food для утра. И более того, так как у меня было назначено время эфира, да на Кипре все было лучше. In Cyprus was everything better. Food, weather, абсолютно все. Продолжай хотеть, Вселенная тебя услышит. Вот спасибо, да, я забыла о том, что Вселенная же все дает, чего мы хотим. Овощной салат. Ну, прекрасно, я вам завидую. У меня есть пол помидора. Вот, это все, что... Да, guys, follow me, because channel now закончится, и мы перекинемся в обычную трансляцию. Follow me, because you lose me now in this broadcast. Так, да, по поводу завтрака. У меня просто нет продуктов, потому что я вчера вечером планировала зайти в магазин, купить там того всего пятого, десятого, потому что я знала, что будет у меня бродкаст, эфир, и я должна, ну, мне хотелось что-то показать поинтереснее. Спасибо. Вот, и в итоге, спасибо, ветер, и в итоге начался дождь, было холодно, и я побежала просто домой в каком-то ближайшем магазине, где вообще продавали косметику, были вот эти вот рядом с кассой шоколадки, орешки. Кстати, орешки надо попробовать.